Завод безотходной утилизации мусора планирует построить в Караганде. Проект основан на финской технологии, представленной минувшим летом на Экспо. Об этом рассказал сегодня аким Карагандинской области. Из представленных на международной выставке зеленых технологий руководство региона отобрало более 30 проектов. Несколько разработок карагандинских ученых, также представленных на Экспо, уже работают. На сегодняшний день три проекта уже введены в эксплуатацию. Это биогазовая установка мини-ГЭС и мини-ГЭС в сельских районах, а также гидродинамические нагреватели. Еще четыре проекта находятся на стадии рассмотрения и тестирования. И уже к 2020 году мы планируем ввод в эксплуатацию еще 6 новых объектов зеленой энергетики. Суммарная мощность этих источников составит около 261 мегаватт.